Привет! Сегодня мы с вами сделаем третью часть Doodle Jump. В ней мы добавим бонусы, то есть это пружина и джетпак. Сейчас мы вот видим, что у нас уже реализовано. То есть у нас есть мобы и возможность стрелять. Но для начала немного отвлечемся. Хочу поделиться с вами тем, что я со своим товарищем юристом выпустил приложение в App Store и Google Play. В нем вы найдете массу полезной информации по тому, как правильно общаться с полицейскими, как обезопасить себя от подброса запрещенных веществ, с какими заболеваниями не берут в армию, а также много всего другого. Помимо этого, скоро выйдет обновление, касающееся масочного режима и информационной безопасности. Приложение стоит 99 рублей. Это небольшая цена за информацию, которая позволит сэкономить вам кучу времени на изучение юридических аспектов и десятки тысяч рублей, если вам в какой-то момент понадобится помощь юриста или адвоката. Так что переходите по ссылке в описании и скачивайте правовой щит. Право на вашей стороне. Ну а теперь продолжаем пилить проект. Для того, чтобы добавить бонусы, мы в первую очередь добавляем новый класс бонус, который будет отвечать за реализацию непосредственно бонусов, которые мы будем впоследствии добавлять. Затем скопируем отрисовку спрайта из класса Bullet и также остальные методы и поля этого класса в наш класс бонус. Изменим название конструктора. И добавим новую переменную type, с помощью которой будем определять, какой тип бонуса у нас будет создаваться непосредственно для игры. В самом конструкторе через switch мы будем смотреть, какой тип у нас пришел в этот конструктор. То есть при создании мы будем указывать тип бонуса. Всего мы добавим в наш текущий проект два бонуса, это пружина и джетпак, поэтому у нас будет либо 0, либо 1. Также в ресурсы добавим картинки этих бонусов, они лежат в папке Images, это джетпак и пружина. И непосредственно, да, джетпак и пружина. Для нуля мы сделаем... То есть, если у нас будет первый тип, это 0, это будет у нас пружина. Второй тип у нас будет джетпак. И для каждого бонуса укажем следующие параметры для физики. Также в Platform Controller мы добавим новый лист, который будет хранить у нас созданные бонусы на карте. Затем напишем статическую функцию createBonus, которой как раз таки будем создавать экземпляр класса бонус с определенным типом. Через рандомную генерацию будем получать либо единицу, либо двойку, чтобы как раз таки были разные типы бонусов на карте. И также через switch смотрим, что это у нас за тип, и непосредственно отталкиваясь от этого типа, мы будем создавать тот или иной бонус с указанным спрайтом. В качестве позиции нам нужно будет отталкиваться от позиции платформы, рядом с которой мы хотим спавнить наш бонус, поэтому в эту статичную функцию мы будем передавать платформу, на которой предположительно будем генерировать бонус. И в конструктор отправляем позицию, то есть середина по X от платформы. И по Y от платформы вычитаем 40, чтобы он был над платформой. Копируем это для второго типа бонусов. И немножко редактируем вычет из Y координаты у платформы. Также подредактируем смещение для центра по X. То есть в первом случае минус 7, в втором случае минус 15. В функции очистки платформ также добавим очистку наших бонусов на карте, чтобы они не оставались как мусор.
Затем в скрипте самой формы также добавим в отрисовку все бонусы, которые у нас будут храниться в листе, который мы создали в Platform Controller. И также запихнем слежку за игроком для каждого бонуса, чтобы у нас камера двигалась и бонусы тоже двигались относительно этой камеры. Запустим проект и посмотрим, что у нас получилось на данный момент. Конечно, я забыл добавить непосредственно создание этого бонуса, поэтому мы идем в Platform Controller, функцию создания рандомной платформы. И там также через рандомную переменную будем смотреть, создавать нам бонус или нет. После генерации врага мы будем создавать бонус. Мы заметили, что у нас появился джетпак, но после этого у нас выдала ошибку при выполнении нашего проекта. Попробуем разобраться, в чем эта проблема. Проблема в том, что в конструкторе я указал 0.1 как типы бонусов, а нужно указать 1.2. Запустили проект и смотрим, что у нас происходит. Бонус у нас заспавнился, но заспавнился он вместе с монстром одновременно. Для этого немного усовершенствуем генерацию платформы. Для этого мы будем смотреть, что нам нужно будет спамить на этой платформе, либо непосредственно монстра, либо бонус, чтобы не возникало таких ситуаций, как возникло сейчас. То есть у нас сейчас отобразился и монстр, и бонус на одной платформе. Такого быть не должно. Поэтому через цешку переменную, то есть если у нас будет выпадать один, мы будем спамить монстра, если будет выпадать 2, то будем создавать бонус на нашей платформе. Теперь запустим проект и посмотрим, что сейчас у нас на данный момент. Да, конечно, чтобы спавнились бонусы, нам нужно сделать не от 1 до 2, а от 1 до 3, потому что там максимальное значение, оно не включается в диапазон. Вот видим, что у нас полетели бонусы, они спавнятся по центру платформ. Значит, пока у нас все работает верно. Изменим частоту бонуса на от 1 до 20. Еще раз запустим проект. Видим, что теперь у нас уже появился джетпак, значит, разные типы бонусов у нас работают нормально, их генерация. Теперь изменим в скрипте physics функцию для сталкивания с объектом. В нее будем передавать, что мы хотим проверить на коллизию в данной функции, либо столкновение с монстром, либо столкновение с бонусом. Соответственно, если у нас пришла сюда, что для монстров, то есть булевская переменная равна true, то мы исполняем функцию непосредственно для проверки столкновения с монстрами. То же самое мы делаем для бонусов. Скопируем часть этой функции и вставим во второй if. Все здесь список поменяем на бонусы.
И также в скрипте формы надо поменять эту функцию, потому что она у нас теперь называется по-другому. В данном случае мы будем называть ее с параметром true и false. Потому что здесь мы проверяем на столкновение с монстрами. Если в той части кода мы сталкиваемся с монстрами, значит мы проигрываем. И также в апдейте мы вызовем функцию ту же самую, только с параметрами false и true. То есть в данном случае мы будем проверять столкновение с бонусами. Теперь немножко подредактируем столкновение для бонусов. Здесь нам нужно посмотреть, с каким типом бонусов мы вообще столкнулись. Потому что для каждого типа бонусов у нас будет немножко своя реализация. То есть если у нас будет пружина, мы будем прыгать не высоко, на небольшую дистанцию. Если jetpack, то на большую. Поэтому в функции addForce в скрипте physics мы укажем дефолтный параметр force, который будет в случае, если ничего не приходит, минус 10. А в случае, если мы будем сталкиваться с бонусами, мы туда будем передавать какой-то другой параметр, который будет ускорять игрока вверх, точнее нашего персонажа. В данном случае для типа 1 попробуем поставить минус 100. Дошли до бонуса, но у нас ничего не сработало. То есть у нас игрок вверх не полетел, как мы это написали в коде. Попробуем поставить вместо 130, чтобы он не улетал слишком далеко. И в самом бонусе, в классе бонус, нам нужно присвоить типу, который хранится в классе полю type, тот тип, который мы сюда прислали, потому что до этого я не сделал, и вот от этого все и не работало. Теперь запустим код, уберем комментарий со строчки return true и запустим код. Теперь наша задача найти пружину, потому что для jetpack мы еще не написали реализацию. Вот, когда мы касаемся пружины, у нас игрок взлетает вверх с определенной скоростью на какую-то дистанцию. Также в скрипте формы мы должны при инициализации очищать бонусы, чтобы список не хранил тех, которые уже нету. И в платформ-контроллер в генерации изменить значение бонуса от 1 до 5. Теперь нам нужно сделать генерацию платформ после того, как наш персонаж уже пролетел какую-то дистанцию. То сейчас, если мы прыгнем, у нас, когда он начнет гравитация тянуть вниз, там никаких платформ не будет. Для этого мы написали этот код и посмотрим, как у нас сейчас будет он работать. То есть, грубо говоря, мы даем ему силу, и после этого мы генерируем определенное количество платформ. Прыгнули, но у нас никакой генерации, никаких новых платформ не появилось, значит, попробуем увеличить количество их до 20. Снова ищем эту пружину, чтобы протестировать. Также прыгнули, но в точке, где мы достигли, точнее, когда прыгнули высоко, платформы не появились, но появились они в самом низу, когда у нас наш герой упал вниз. Значит, эту строчку мы удаляем и попробуем сделать немножко по-другому. В классе physics добавим булевскую переменную, которая говорит, использовали мы бонус или нет. Впоследствии нам пригодится. Также, если у нас все-таки прошло столкновение с бонусом, как раз-таки в этом месте мы указываем, что мы использовали бонус. И в функции calculateFysics мы проверим, что если гравитация уже больше минус 15, значит в таком случае нам нужно начать генерацию платформ, чтобы игрок не улетел вниз. И в данном случае отменяем использование бонуса, то есть бонус у нас закончился. И также второе условие для этого if, это то, что мы все-таки использовали бонус. Запустим проект и попробуем снова найти пружину и коснуться ее.
Видим, что сейчас уже у нас уже появилась платформа непосредственно, когда мы взлетели, но она находится немного выше, чем наш персонаж, поэтому мы не можем до нее достать. Изменим условия, на, чтобы гравитация была больше минус 20, и еще раз протестируем наш проект. Для джетпаков у нас пока ничего не написано, но как все у нас будет работать с пружиной, мы то же самое допишем для джетпака. Видим, что мы теперь все-таки достали до крайней платформы, но следующая платформа, она оказалась гораздо выше, следующий ее спавн. Теперь нам нужно это пофиксить. Для этого в той же функции, в том же условии, мы должны изменить позицию генерации, стартовую Y-позицию генерации платформы. Пробуем увеличить ее на 100. Видим, что она стала чуть ниже, но все равно не хватает этой дистанции, чтобы нам ее достать персонажа, то есть допрыгнуть до нее. И сменим ее на 200, то есть будем присылать ей 200, она снова еще оказалась ниже, но опять же нам не хватает дистанции, чтобы достать до нее. Теперь изменим увеличение этой перемены на 300 и снова найдем бонуску. Как видим, мы достали до крайней платформы, и следующая платформа тоже в принципе генерируется нормально, но нам нужно, чтобы генерировалось немного больше. То есть мы генерируем по одному, дальше не совсем красиво, поэтому нам сейчас нужно доработать эту реализацию, чтобы все было четко. После того как мы увеличили на 300 позицию платформ, вызовем стартовую генерацию, то есть генерацию последовательности этих платформ, функцию generate sequence, то есть последовательность. Но после ее вызова у нас опять же выглядит это не совсем корректно, поэтому попробуем закомментировать строчку изменения стартовой позиции генерации платформ и запустим еще раз проект. Теперь это выглядит лучше, но у нас создалась определенная последовательность платформ, но следующая, когда мы их достигли, она спавнится гораздо выше. Поэтому все-таки нам нужно изменить эту переменную на 400 и проверим еще раз, как это будет работать. Сейчас у нас переменная позиция генерации платформ, мы присвоили ей 400. Все равно не то, что нам нужно, поэтому приравняем ее, эту переменную, к нулю. Опять же, после приравнения к нулю у нас она оказывается слишком высоко. Это не есть хорошо. Поэтому перенесем обнуление этой переменной после генерации последовательности платформ. Вот как мы видим, теперь она стала гораздо ниже, но все равно нам не дает возможности до нее допрыгнуть, поэтому присвоим этой перемене значение равное 100. И снова протестируем проект. Теперь мы видим, что у нас есть возможность допрыгнуть до следующих платформ, то есть это уже хорошо. Теперь добавим реализацию столкновения для второго типа бонусов, то есть для джетпака. И для него поставим увеличение скорости минус 100.
И у нас образовалась такая ситуация, что в какой-то момент мы все-таки не смогли допрыгнуть до платформы, которая генерируется после бонуса. Для этого мы идем в physics скрипт физики и стартовую переменную, то есть позицию по y мы изменяем с 100 на 150. Чтобы она была чуть ниже, и мы всегда имели возможность до нее допрыгнуть после использования бонуса непосредственно. Сейчас мы подобрали джетпак, у нас персонаж летит дольше, потому что мы поставили туда больший толчок силы. И у нас опять возникла ситуация, что мы все-таки не можем допрыгнуть до верхней платформы после использования бонусов. Поэтому мы сделаем это значение равным 200 для позиции Y. Чтобы гарантировать возможность допрыгнуть до верхней платформы. Все-таки остается эта ситуация актуальной для нас, так как мы не можем допрыгнуть до платформы. Поэтому в генерации стартовой последовательности мы просто поменяем немножко значение генерирующих координат. То есть там сейчас мы поставили от 50 до 60. И также для джетпака мы будем указывать силу не минус 100, а минус 60, чтобы он летел не так долго. Стартовая позиция у нас минус 200, а потом 0 в условии в функции Calculate Physics. То есть это, в принципе, может нам гарантировать нормальную генерацию платформ после использования бонуса. Сейчас немножко ускорим работу проекта, чтобы протестировать это быстрее. То есть сейчас на данный момент у нас уже выглядит куда лучше, чем было до этого. И в принципе после использования каждого бонуса мы имеем возможность допрыгнуть до следующей платформы. Что дает нам некую цикличность игры. И также у нас теперь сверху находится не по одной и две платформы, а в принципе от 3 до 5. Что как бы дает пользователю понять, как ему распланировать свои действия для того, чтобы там добраться до определенной точки, для определенного бонуса или обойти монстра, допустим. И также мы при проверке столкновения должны проверить, что в данный момент у нас не используется бонус. Допустим, мы взяли джетпак, а над ним прям находится пружина. И чтобы это избежать, мы в условии добавили, что В данный момент исполнения нашего проекта у нас used бонус равняется false, то есть мы никаких бонусов не задействовали. И также немножко уменьшим шансы падения бонуса на платформе. На этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будут проблемы, пишите под видео. Всегда разберемся.